пошел в жопу! Какой дракон? Я случайно, брат. Убей, не сгила! Убей, ты... Подожди, граната! Ребята, в этом ролике полная жесть! Меня сосиска предал, он против меня пошел! Там такое произошло! Вы просто офигеетесь! Я потратил все, я теперь залезу в кредит, поэтому, братик, пожалуйста, я очень старался над этим роликом. Поставь лайк по-братски, подпишись, если ты не подписан, и просто будет вообще жесть! Приятного просмотра! Ребята, супер обновление на сайте GG Stand of Marvel против DC! Выбирай свою сторону, лутай голодишку, сражайся против Таноса! Новые кейсики порадуют тебя, братишка! Ты можешь один из них залутать абсолютно бесплатно по моему промокоду, который я оставлю тебе в закрепленном комментарии, поэтому смотри туда скорее! А также с помощью моего промокода ты можешь себе залутать барабан бонусов! Не забывайте, ребята, что барабан бонусов — это очень важная часть, потому что там ты можешь получить, я не знаю, 10 тысяч, случайный скин, там еще много чего, кэшбэки! Поэтому, братик, барабан бонусов тоже не забывай его лутать. Ребята, не забываю, выполняйте квесты похитителей камней, и вы можете залутать тут, я не знаю, 200-300 тысяч голды. И, ребята, не забывайте, что при пополнении вам даются специальные бонусы, где вы в логове можете обменять их на какой-то скин. То есть ты положил 100 рублей, нажал обменять, точнее тут кнопочку еще создать, и просто залутал все что угодно. Поэтому, братцы, не забываем обмениваться. И, ребята, самое главное, копи энергию, сражайся против Таноса, просто мочи его. Потому что за это ты получаешь определенные места, где ты, когда заканчивается хп у Таноса, получаешь на халяву голдишку. Поэтому, братцы, закрепленный комментарий, вся информация там. Желаю тебе удачи и погнали дальше к видеоролику. Ну что, дамы и господа, рад приветствовать вас на новом видеоролике у деда. В этом ролике я буду со скиллом. За меня ты должен только заходить. Я буду покупать скины, с которых меня убьют. Да? Да, это не понял. Давай в эскалацию. Давай в эскалацию. Только за там меня. Дешевые заходи. Скинчики, я думаю, в эскалации будет прекрасно. Погнали. А, да? Дешевые скинчики, да, в эскалации? Да. Опа, все, я зашел. Имба. Ты почему против меня зашел? Ты за меня должен играть! Вам где что вообще наймерис скины? Да нет, какие наймерис, у меня нету наймерис нету. О, привет, брат. Да привет, брат. Здорово. Ты гонишь, у тебя кир, те же наймерис скины у скилла. Брат, давай договоримся. Я, короче, не потрачу много голды, а взамен, не знаю, хочешь я тебе голды дам, я не знаю. Ну сколько тебе голды дать? Я тебе голды дам. Сколько на балансе? У меня 15 тысяч на балансе, у меня всего лишь голды. 15 хватит, думаю. Ты угораешь? Чуваки, короче, всем приятного просмотра, я, наверное, сегодня потрачу сейчас миллион голды. Let's go! Все понятно. Только без кажется. Погнали. Вот так вот друзей берешь в ролик, а потом оказывается не против тебя. Это уже, знаешь, это уже дефолт рубрика, реально. Ты знал, кого звать? Так я тебя позвал, я сказал, пошли со мной ролик запишем на канал, где ты будешь играть со мной. Интересно, ну в смысле неинтересно, блин. Кстати, я смотрел Аманкас, помнишь, Суритера с тобой выходил? Да. И почему интерфейс не выключал, объясни-ка мне. У меня выключен был интерфейс, я все видел. Ты где? Неважно, где я. С темой перешел. Опа! А что у тебя было? Это Фрозен? Надо было зарезать тебя. Боже, иди, боже. Пожалуйста. Там у тела релик. У какого? Я думал, реально, Рик, ты зачем? Не делай так больше. Короче, чуваки, давайте так. На ролике собираем 5000 лайков. И я пятерым подписчикам из этого ролика. Кто поставит лайк, подпишется на деда. На скилл тоже подписывайся, ссылочки будут у него в описании. Смотри, на 5000 лайков я раздам пятерым. Ты пока говори, да. Да, я раздам пятерым самым по 500 голды. О, нам такое нравится. А ты где? Какая разница, где я? Блин, где ты? Ты с чего стреляешь? Не знаю. Это ты? Или нет? Я запутался. А где ты? Подожди. Блин, не ты! А ты где? Неважно. Тварь, иди в жопу! Ты чё, это якудза! Я якудза! Ты чё, конченый? Это якудза дико покупать! Да! Я того рот шатал, все понятно, скилл. Я понял скилла, короче, парни. Я понял скилла. Хорошо, пошли покупать игл якудзу, окей. Поехали. Вопрос, погнали. Ты жучара, я тебе серьезно говорю. Ты как вообще мог это сделать? Вообще, вы понимаете? Он еще и стекла меня шмакнул. Вообще, блин. Как, сколько якудзу сейчас? Не дай бог, он дороже 5000. Обычно же? А, имба.
Чё за видео? 3000! Ну хотя бы так, хотя бы не 50, блин, хотя бы просто. Ну ладно, сейчас ещё несколько раз убью, нормально будет, поехали. Ты офигел, какой несколько раз, братан? Смотри, я тебя в ролик, ребят, я серьезно говорю. Вот так познаются друзья, вот серьезно, вот так познаются друзья. Хорошо, родной, пошли дальше в катку, не вопрос. Погнали. Погнали, я больше заткила мне друзья. Брат, развернись, брат, а чью спину я только что видел? Какую спину? Ой-ой-ой, какой ты красивый. Это не я. Не, мафиозик написано, а ты где? Ты где? Ты что, там всех убиваешь, что ли? А где не ты, что ли? Это не я, что ли? Иди сюда! Подожди. Так он! Пошел ты в баню! Какой самурай это? Ля, Б-90 самурай! Офигеть, пацаны! Ладно, 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 я тебя понял, братик, я тебя понял. Пошли покупать, хорошо. Сосиска. Вот реально сосиска. Вы посмотрите, вот посмотрите. Офигел! Че офигел? Это реальная сосиска, блин. Я тебя сейчас буду с ножа резать, ты вообще офигел. Вот это свой нож, знаешь, куда вот эти вот угрозы мне? Смотри, у тебя статрековский же был, да? Ой, 90 всего. Конечно, бля, 820 голды. А у меня он есть, зачем мне второй? Ну, не залистай, купить дороже. Да пошел ты в баню, блин. Я вот максимум вот этот с четырьмя наклеечками куплю, потому что красивее просто. Габелла. Ребят, если мне не хватит голды до конца ролика, это вообще жесть. Самое опасное, что реально устрелил из кергол. Реально. Давай не будем, хорошо? Кирголда. Давай не будем. Поехали. Давай, погнали дальше в катку. Брат, может сейчас ножа резануть? Я тебя резану, я после этого ролика вообще с тобой разговариваю. Куда я кинул? Это же... Я думал, это грена, я кинул его, понял. Ой, я тебя вижу на радаре. Ты давай не видь меня на радаре. Ой, я тебя вижу. Блин. Да ты пошел в жопу! Какой дракон? Я случайно, брат. Чуваки, я вам скажу, я в этом ролике разорюсь. И понимаете, что скилл делает? Серьезно, брат? Тут ты не можешь нормальные скины, брат, недорогие. Ты охренел, мне голды не хватит. Я взял мой любимый, хорошо, погнали. Я пошли, пошли покупать. Какой офигительный дракон взял. Не расстраивайся сильно. Всего лишь что трек. Вака, сорё. У меня уже 9400 голды осталось. Блин, зря Трирхандер отменила. Если бы с Трирхандером там 1040 было бы. Вы поняли, да? Вот так вот. Вот так вот, чуваки. Вот серьезно. Еще как назло сейчас катка будет тянуться. Вот это вот 3-3, 5-5. Это вот как всегда, я так и как буду. Обычно. Ну, понятно, понятно. Ладно, пошли поехали. Дальше катку. Поехали, поехали. Не, брат, слушай, я после этого ролика тебе отвечаю, чуваки. Но вот я подпишу. Ладно, брат, извини. Я взял свой любимый. Знаешь, как я на тебя ссылочку в описании оставлю? Как? Мой любимый. Подпишись друг. На сосиску. Ага, это не... Ты что, дурак? Это не ты. Ты что, дурак? Ты что тут? Это кто такой? Октобус, это дорого? Нет, дешевый. Хорошо, спас, окей. А-а-а, лошара спас Октобус. Бро, ага, чекни вот цену. Ага, чекни, чекни. Это дорогой? Братик. Твою дивизию, почему он такой дорогой? Где твоя улыбка, брат? Ты че, агрессив? Пошел ты в жопу, блин. Я думал, огромный 200-300 стоит. Его что, забустили, что ли? Нет, он всегда так стоил. Охренеть, охренеть. Ладно, вообще насрать. Все, давай, хорошо, не вопрос. Пошли дальше в карту. Блин, парня, что дети с меня реально зарежут? Бля, ты где? Неважно, где я. О! Это ты на меду? Блин, я думал, что ты хотел зарезать. Брат, если ты меня зарежешь, я с тобой дружить никогда больше не буду. Бро, вот у тебя есть кирголд? У меня нет кирголда. Братишка, у меня сама судьба. У меня голды на кирголд нету, ты офигел, откуда какой кирголд? Это специально еще катка тянется, уже 3-3. О, давай с этого тебя убью. Кого? С этого. С кого с этого? Ага, что, я понял. Да ты похренел, ты что там реально с ножом бегаешь с кирголдом? Не делай, пожалуйста, так больше. Все, пошел ты в жопу. Пошел ты в жопу, я понял, что ты где-то там будешь бегать. Это так не проканает, парни, серьезно. Я сейчас буду макнуть. Нет, я тебя обязан зарезать. Я сейчас на фулл фокусе буду тащить, как боженька, я тебе говорю. Нет! Нет! Зомб! Все, имба. Он на ФК стоял. Все, имба. Стой, брат, брат! Я хотел, чтобы ты не раздифузил, а ты раздифузил. А я раздифузил, конечно, раздифузил. 5-3 счет. Да блин! Ха, лох. Открытый бабай. Ой-ой-ой! У меня чел АПК стоит! Серьезно? Я один играю. Емба, емба. Подожди, у тебя один АФК? Ааа, у тебя АФК, я думал, АФК. Брат, я слышал мафиозника. Где ты слышал мафиозника?
Ага, лошара! Ну все, Габелла, Габелла, братики, Габелла, вы там... Ну блин, я не думал, я видел так нечестно! Хочешь, хочешь второй раз пойдем и будет то же самое? Ты вот больше ни разу не убьешь, спорим? Пойдем, ни разу. Ты себе вызов кидаешь? Конечно, сам себе, я уже на фул уверенность. Против меня! Да, против тебя, пошли. Погнали! Ну че ты, братик, ну че ты зашел за КП, да? Ой-ой-ой, знаете, как я сделаю? А го ролик покупаешь деду рандомные ножи за каждый мой килл или за каждый мой смерть. Слабо? О! Или очкуешь? Давай, если на этом видеоролике наберется 5000 лайков, но. То окей. Окей. Парни, вы слышали? Делаем. Вы слышали? Перед этим сейчас я столько себя голды вытяну, бро. А кого ты там вытягивать будешь? У меня патроны кончились, пошел в жопу, пошел в жопу! Убейте скилла! Убейте! Подожди, граната! Подожди, это кейс, это кейс. Пошли кейс откроем. Не, ну тут братик, ну, я... Да блин! Знаешь, вот пытался меня убить, в итоге гранаты меня дозабрался. Давай один ты, один я, на нубасе. Я фейбл открою, чисто фейбл. Давай шарп. Давай, твой сначала открою, шарп. Ага. Открою твой шарп. Чисто на нуба. Он у него плохо, эпик. Хорошо. Nice. Но мне упадет либо Лего, либо Аркана, брат. Либо Стадрековский эпик. Поэтому либо Рарка. Чё, брат? Иди ты в баню. Катку. Иди ты в баню. Пошли в катку обратно. Все, let's go. Надо было, знаешь что? Надо было не кейс купить, а рандомный какой-нибудь нож, да? Ну ладно, уже кейс-то кейс. Ага, кто у нас остался? А, кто это? А с чем ты бегал? 3000 голды. Стоп, их двое? Они дураки, они пока стоят. Ого! Киберспорт просто от мафиозника. Я вам пока стоял. Не, ну если ты не умеешь играть, я-то тут что сделаю? А, значит так, да? Понял. Да ты вперед, что его кинул, Крейса? О, кто? Подожди, а это камонка, что мне покупать? Опять кейс? Покупаюсь кейс, да. Окей, бро, погнали купим кейс, бро. Не, ну тут бро, тоже, братик, кейс, тут тоже. Смотри. За дубасика отыгрываешься? Отыгрываюсь, давай, я ремеш, короче, давай. Куплю, тебе какой? Давай, я также шарп, брат. Да, я сначала открою с собой. В смысле, капец, а если бы, блин... Опа. Ой-ой-ой, лисося. Да ну какого хрена мне опять упало ремеш? Брат, сейчас. Ага, все. Предсказываю, сейчас должно упасть что-то. Ой-ой-ой! Пожара здесь ты, брат, пожара здесь ты. Слушай, у тебя тоже рарка. Все, пошли дальше в катку. Ну, в смысле, у меня дороже рарка. Подожди, смотри, у меня АКР. Не-не, идем в катку. 0,67. Поехали! А здесь 0,34. Переход! Переход! Переход, монтаж! Брат, ну че, готов купить скин, с которого я сейчас тебя убью? Да. Если ты меня убьешь, я покупаю скин, которого ты меня убил. Если я тебя, то ты меня, то ты покупаешь. Ну давай, сейчас я тебя убью, поехали. Если ты покупаешь этот скин. И наоборот, тоже считается. Не, наоборот, понятно, потому что я рубрику эту снимаю, блин. А ты где, брат? Ой. Тварь! Тварь! Брат, ты знаешь, какой у меня был скин? Какой? АКР Ерс. Какой? Я его взял! А, блин, он не сохраняется. Ёлкарный баба, я тебя с него хотел убить. Ладно, пошли драгон покупать, деда на карте. Стотрековские еще, ёлки-палки, пошли покупать. Не, я ладно, считаю... я один купил, зачем мне второй? Бро, я считаю, два драгона, ну, лучше, чем один. Ну, согласись. Все 800 голды осталось. Вот это вообще. Ну, как раз вот. Блин, что-то я мало тебя грабил. Ну, ладно, давай. Хотя бы с наклейками красивыми куплю. Это просто жесть, чуваки. Ну, что? Да ладно, сейчас еще один купишь. Зачем? Я вроде такой на фул уверенности вторую катку запускаю. Думал, что-то имба будет. А он меня опять грохнул. Ну, ладно. Пошли дальше. Хорошо. Хрен ты мне убьешь. Слушай, ну, ладно. В этом раунде я тоже немножко скину скинчиков купил. Ты на 7 тысяч меня не ограбил. Я бомж вообще-то. Ну, бомж. Что это? В смысле ты бомж? Чувак, вообще голды нету. Тварь, я не дефаю, пофиг, мне главное выжить, чтобы ты меня не убил. А что ты не умер? Да пошел ты в жопу, пошел ты в жопу. Пошел в жопу. Ты взорвался. О, я выжил. Я думал, ты за мной пойдешь. Ну я не выжил, парни, поэтому я ничего не покупаю в этом раунде. Меня бесит, что смотри, ты опять. Это офигенно. Ты шо, Вася, опять с ножом? Почему это не ты? Кто дефает? Я слышал деф. Нет! Я попал! Ты такой везучий, я не могу! Он меня хотел убить, Савика, вы понимаете, да? Сосиска, блин! Меня закрепал этот Симба! Симба, молодец! Да я жду в углу с ножом, он выходит на меня каждый раз! Опять дедуля дефузит бамбу! Ты где? А ты где? Ты заколебал Симба, у него радар на меня! Ну, смуга!
Да блин! Чего опять кейс покупать? Чё ты их не убил? Чё ты их не убил, пошли, брат, пошли кейс покупать, иду на аккаунт. Let's go. Гуляй. Я же говорил, брат, мне вообще без скина, там, считай, убили. 1-1 на нубасе, как у нас 1-1, сейчас прям реванш дал. Я беру фейбл. Ладно, давай сады. Я открываю свой фейбл. Просто стикер-пайки самые дешевые, это рарка, которая стоит 20 голды. А тут рарка стоит, ну, копейки. Походу, чуваки в этом ролике нубасик мафиози. Твою дивизию, да. Все понятно. Подкрутка к скиллу! Отвечаю, подкрутка к скиллу, серьезно говорю. Показал и доказал. Все, пошли дальше в каточку. Погнали, погнали. Буду тебя резать. Брат, я взял спас. Ты где? Я крадусь к тебе потихонечку. Дома! Ты дебил! Ты че конченый? Ты что сделал? Ты что сделал? Да мы педрился! На, подожди, сколько он стоит? Я выхожу нахрен из катки! Какой киргол? Ты че на приколе? Твою мать! Да я в пачку! Чуваки, у меня нету столько денег даже, чтобы голды столько положить. Че делать-то? Ты че угораешь? Охренеть, брат, блин! Ты сам хотел! Ладно, брат, не расстраивайся. Я буду копить, мне нет денег, ребят, ну столько, пожалуйста. Держи. Ты кого держи? Что ты мне даешь? Да пошел ты, оставь себе. Короче, парни. Офигеть. Короче, я буду копить, ребят. Да у меня нету денег столько даже. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Но я буду, получается, копить на киргол, все. Дуэли буду играть на голду, не знаю, на ножи. Поэтому, ребята, поставьте лайк, где киргол. Нереально, ребят, поставьте лайк, бедный тебе.